В Актау из-за дождей затопило 3 многоэтажных дома. Вода залила подъезды, квартиры и дошла до подземного паркинга, говорят обеспокоенные жители. Комнаты, по их словам, превратились в настоящие озера. И такая ситуация происходит не впервые, сетуют владельцы. Подробности расскажет Мадина Исюмбаева. Пострадавшие жалуются, что такую печальную картину они наблюдают 4 года подряд. Проживают в этих домах более 300 человек. Жилье считается элитным, но на деле проблемное, говорят жильцы. Уже который год здесь не могут починить крышу, через которую вода сочится в дом. И водосток не справился с большим потоком, поэтому затопило общие площадки, лифты, паркинг и кладовки. После дождей постоянно топит, вода с крыши заливает подвал, паркинг, лифт не работает. Людям, особенно пожилым, сложно подниматься. Если бы нам отремонтировали водосток, проблема бы решилась. В прошлый раз сами делали, сушили шахту. Все наши вещи гниют в воде, туда доступа нет, закрыто. После дождя неужели нельзя открыть паркинг и кладовки? Повезло, что вода не попала в систему электроснабжения, отмечают жильцы, а ведь могло привести к непоправимым последствиям. Парковку жители арендуют, но она, по их словам, постоянно закрыта. Собравшиеся пожаловались на объединение собственников имущества. За год, говорят они, никакой положительной работы не заметили. До этого жители сами собирали средства, нанимали рабочих и пытались устранить проблемы. Деньги, которые поступают на счет, идут на коммунальные расходы дома. Их не хватает на капитальный ремонт. Нужна большая сумма. Первая проблема – насосная подстанция. Ее бы отремонтировать. К примеру, если в доме 3 резервуара, 2 из них не работают, но дырявая. Если бы компания застройщика починила, мы бы приняли на баланс. Пусть отремонтируют крышу и насосы, подающие питьевую воду. В компании застройщика комментировать что-либо отказались. Не сумев прийти к решению, представители ОСИ подали на них в суд. Мадина Исюмбаева, Фариза Утесбай, Мукагали Нуртаулет, телеканал Алматы, Актау.